меня нема статуса какого-либо. Ну, как какого-то. Так что знают люди. Как авторитетный, ну, я не криминальный элемент, как. Ну, потому что не сидевший, так скажем. Оружие здесь половина не моего. Оружие у меня получается. За винтовку, ребят, что вот это, что нашли, то, честно говорю, что это брат, я за него даже забыл. Все остальное это из-за того, что у нас могут так же самое какие-то мародеры прийти. Мы же точно же не держим его противостоять каким-то вооруженным, каким-то мародерам или каким-то группировкам, так скажем, криминальным. Это Геннадий Георгиевич, мой кум. Они с него вымогали бабки. Если бы он им деньги не давал, вы сами понимаете, ограбили, разорвали, там же одни эти, как его, бандеровцы. Вот они на него оказывали давление. Эти грамоты они давали, взамен за это брали тонны мяса, заставляли деньги переводить, заставляли давать налички, кэш. Если надо, еще у меня есть люди, свидетели, что это все было, все это правда. Эти твари, блядь, вымогали бабки. Как же с ними справиться, они же, блядь, бандюиты.